Вернут ли Бендерской библиотеке привычный облик? Вопрос, который беспокоит горожан. Одно из самых красивых в городе зданий с белыми декоративными решетками. Сейчас их почти все убрали. С воздуха здание библиотеки сейчас выглядит непрезентабельно. Без декоративных решеток оно совсем не похоже на себя. Вот таким ярким здание было 40 лет назад, когда его только построили. Со временем из белого оно превратилось в серое. А еще библиотека, одной из первых в Бендерах, приняла огонь на себя 19 июня 92-го. Ее основное разрушение началось с 92-го года, потому что она пострадала от пулевых попаданий, от осколочных попаданий. Соответственно, со временем осадки, природа, перепады температур сделали свое дело. Как вы видите, наше здание, у нас ажурная решетка, это опоясывает по периметру все здание. Соответственно, заменить ее единовременно – это достаточно сложно и дорогостоящее. Убрать нельзя, оставить. Эта дилемма стояла перед библиотекой не один год. Решетки постепенно рассыпались, отдельные фрагменты пытались восстанавливать, но когда ажурную бетонную сетку признали аварийной, выход остался один – демонтаж. Остатки решеток, вы сейчас видите, они как бы расслаиваются, оголяется арматура, то есть на самом деле они уже были аварийны. И над входом в библиотеку это реально была угроза для посетителей. То есть отваливались кусочки бетона достаточно крупные. Решетки со здания убрали почти целиком. Из муниципального бюджета 520 тысяч рублей направили на демонтаж и восстановление сетки. Решетки были на здании не только для красоты, еще и спасали от солнца книжные шкафы. Будут ли они после реконструкции в прежнем виде из железа и бетона, сейчас сказать сложно. Решетки, конечно, делают лицо библиотеки фактически, лицо здания. Поэтому без них она как без одежды. И это сразу бросается в глаза. Равноценно может быть только воссоздание решетки и возвращение ее на место. Окончательного проекта ремонта фасада еще нет. Городские власти прямым текстом говорят, выделенных денег может не хватить на восстановление здания в первоначальном виде. Окончательное решение, какой будет библиотека, примут на городостроительном совете. В городе очень ждут, что здание по улице Пушкина будет прежним, с белой решеткой, словно сошедшим с яркой открытки. Максим Кирьязов, Леонид Мастак и Василий Гриб, ТСВ.